Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Так, мы продолжаем с вами Киберпанк. В прошлой серии мы с вами спасли Соло. В этой нужно что-то сделать. В этой также будем... О, песчаная буря. Такая нам сюда. По-моему, отсюда быстрее, нет? Так. Ты это видишь? Срок годности истек еще до прошлой войны, но, надеюсь, оно хотя бы не ядовитое. Нам сегодня прям везет. Везет? Я бы сказал по-другому. Нас ждет проповедь. Лучше присядь. Это может тянуться часами. Проповеди не будет. Но поговорить нам надо. Насчет духов. Этого нельзя было допустить. Они хотели знать все. Наши маршруты, координаты лагерей, перевалочные пункты. Хорошо, что они не знают нашу ситуацию. Один-два набега и семьи не станет. А если бы вы не решили внезапно... Сейчас не время спорить. Вы оба вымотались. Может, ты и права. Я права? Со стилетами нам не справиться в одиночку. И надо продать нас биотехнике. Ви, скажи ему, что это херовая идея. Я согласен с Панам. Идея довольно-таки дерьмовая. Спасибо. Да что ты можешь об этом знать? Больше, чем ты думаешь, Сол. Я работал на Арасаку и много чего повидал. Арасака не биотехника. Разница в том... Нет разницы. Методы у них всегда одни и те же. Ты знаешь, кто вы для них? Рабсила. Вас используют, а потом просто кинут. Это в лучшем случае. Спасибо, Ви. Прямо все раскидал, как надо. Мы иногда ссорились. Немного, как любая семья. Забудем об этом. Что ж, согласна. Если захочешь вернуться, тебя встретят с распростертыми объятиями. Но что-то нужно будет изменить. Нельзя все время лезть на передовую. Ну, начинается. Знаешь что, милый, у нас еще будет время, чтобы вцепиться друг другу в горло. Да уж, надеюсь. Ну вот, а сейчас я бы с удовольствием стримнул. Нужна помощь? Заткнись. А вы знаете, как называют такие бури в Северной Африке? Хабуб. Херабора, хотел сказать. Классное слово, правда же? Хабуб. Плесник мне, ты что, я думаю, побухаем. Какие частицы, смотри. Вау, что это было? За хабубы. Да! За хабубы. О, высокооктановая хрень. Забавно. Что именно? Я редко сплю под крышей, но уже второй раз рядом со мной оказываешься ты. Когда едешь день, потом ночь, снова день, жопа прирастает к креслу. Не забываешь, что такое ночлег. И как? Под крышей лучше? Нет, просто по-другому. Можно даже представить, что мы в обычном маленьком мотеле. Очаг есть, бухло есть. Не хватает только зануды на ресепшн. Может, вы чего-нибудь желаете? Меня все устраивает.
Не знаю, слишком расслабился твой. Как вы оцените виски, мэм? Теплое, с легким металлическим привкусом, выразительное, но мягкое. 4 из 5. Ты не слишком расслабился, стоишь. Мэм, без сапог вам было бы гораздо удобнее. О, я их весь день не снимала. Надеюсь, у тебя насморк. Да ладно. После такого тяжелого дня предлагаю расслабиться и забыть про условности. И что ты имеешь в виду? Да все, что угодно, желание гостя. Для персонала свободной Калифорнии желание гостя – закон. Сделаем все, что захотите. Осторожнее, мало ли, что я могу захотеть. Знаешь что, Ви, надо ложиться спать. День выдался не самый легкий. Ви, я рада, что ты приехал. Спасибо. Это много для меня значит. Ты слышишь? Нет. Вот. Ветер перестал выть. С Хабубом не знаю, если честно. Но вот когда по равнинам начинает гулять чинук, я по ночам вообще не могу уснуть. Просто лежу. Ух ты, господи, ты опять здесь, что? От лица персонала мотеля «Свободная Калифорния» желаю вам влить приятных сновидений. Все уже встали, что ли? Ну-кась. Семьдесят восемь брони, требуемый уровень 18. У нас 17, да? Ладно. Оденем попозже там. Смотрите, кто живой. Привет! Нормально спалось? Молодец, Ви. Налет по всем правилам. Так себе. Спина просто отваливается. Вернусь в город, сразу поеду к Риперу. Надо вытащить пару пружин. А я спала, как ребенок. У тебя на плече очень уютно. Даже жалко, что мне уже сейчас надо валить. Я смотрю, сидеть и отдыхать – это не про тебя. Да, не в моем стиле. Я вернулась в клан, но дела от этого меньше не стало. Пойдем. Так, а пушку мне там кто-то обещал, по-моему, нет? Спасибо, что поддержал меня вчера, когда мы говорили с Солом. Но в одном он прав. Духи и этот набег – это только начало. Нам надо подготовиться. Сол возьмет на себя лагерь, ну а я... Ну а ты? А я займусь разведкой. Стилетам было интересно, какие у нас маршруты. Теперь мы хотим знать, какие у них. А, чуть не забыла. Твое вознаграждение. Береги ее, она мне хорошо послужила. О-о-о. Она в хороших руках. Я знаю.
Нифига себе, ну пара. Ну что, ладно, спасибо тебе еще раз. Ну-ка. Погоди, насчет прошлой ночи. Слушай, давай лучше не будем об этом. Я просто не хочу так. А как ты тогда хочешь? Как-то вот так. Угу. Вау. Давай, удачи. И тебе по нам. И помни, я у тебя в долгу. В других обстоятельствах я бы сказал тебе, езжай за ней. Но сейчас ты только глянь на нее. За такими девушками нелегко угнаться. Можно только надеяться, что они сами тебя подождут. А тебе-то что? Не знаю, может, что-то вспомнилось. Неважно. Ну все, посмотрели на жопу мира, пора и обратно к цивилизации. О, курточку можно приодеть, да? Так, а дай-ка сейчас, подожди, Джонни, я с этими чижиками поболтаю, ничего. Не знаю даже. На севере как-то поприятнее было. Песка поменьше. А тут чешется все. Вы с панам закопали топор войны? Ха, я бы сказал, что это скорее была секира. Их сложно закопать и еще сложнее не откапывать время от времени. Но я настроен на лучшее. Наша девочка все-таки старается ради клана. Как себя чувствуешь? Свободным. Это лучшее чувство на свете. Знаешь, почему я люблю читать? Только литературный вымысел помогает найти в этом мире что-то разумное. Все, поговорили, что ли? Ладно, что. Я поеду скоро. Да, нам тоже пора. Сейчас только радиатор немного остынет. Спасибо, Ви. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. Все, можно встретиться с Такемурой. Не хочу с ним встречаться пока. Так. Так, по-моему, Биг Баг – последний человек, от которого можно ждать подарков. Она не тех, кто покупает себе кружки с смешными надписями, футболки с героями комиксов. А уж, чтобы не тренерскую программу для работы, тебе, блин, кажется, ты ей нравишься, брат. Ну, киберпсиха мы одного обезвредили вроде как. Так, что у нас? С Такемурой. Death Stranding мотоцикл, да, по-моему? Обану, вот это точило. Вот тут тачки, оказывается. Что-то гора мусора, что такая. Офигеть себе тут мусорка, блин. Тысячи, ты что, охренели, что? Да, пока опять же сайдыха выполняем. Так. Я про курточку хотел это.
Так, сейчас опробуем винтовочку. Блять. Что здесь будет в работе? Биочип, что за дерьмо там? Так, 8. Так, сила. Атлетика, уничтожение, уличный бой. Урон падения уменьшается на 5. Уничтожение. Ударному, а что за ударное оружие? Так же. Время блокировки ударного расхода, выносливость. Еда морожена. А ударное это получается молотки, что ли? Здесь что-то коротко. Комбат. Так, атаки номер заблокан. Ну ладно, что. 7 хладнокровие, так, интеллект. Так, снаряжение. Это по нам винтовку нам, которую дала, да? Нет, ты серьезно? Так, стандартно. Блин. Гаси дубина. Блин, а что нам? Нельзя теперь это... А, не, вот же снайперская. Роскар разворотил ее. Да не хочу стрелять, ты че? Разобрать можем. Ох, спасибо, друг. Я уж думал, мне конец. Да без проблем, дает опыт. Чип развития, короткостволчик. Так, взять. Не знаю зачем, но возьмем. Так, а что здесь? 2000. На мягких лапках сюда поедем, чтобы тогда к Текимёре. Сетевой заказ Аникс звучит интересно. Парень знаток старых технологий оборудования, которые использовали до
Дата Crash, от деки, магнитные диски, туда-сюда. Многие говорят, что сейчас их пользуют столько же, сколько от граммофонов, печатных машинок. Но лично я бы так не был категоричен. Так, мне нужны... Что-то там мне было нужно у Виктора. О, тачки у них, смотри, какие. Блин, а рука нужна. Сколько нас тут, я не помню. Даже эта пукалка лучше, чем моя. Здесь 186, так. Может разобрать он? В принципе, 239. Ладно, потом приоденемся. Так. Тоже нафиг. Что это такое? Старая оптика. А, барахло сразу автомат. Джуди Альварес. Джуди, что такое? Ви, ты можешь ко мне приехать? Случилось что-то? Да. Приезжай. Давайте у них тачку попробуем взять. Ты дверь как открывается, прикольно, да? Вот этот поставим. Хай меня тут просит. Вау-вау-вау, поворот, отвлекся. Блин. Что-то нарушить. Что за нарушители там были? Так, средний.
пойдем заработаем. Мне кажется, мотоцикл проще ездить, да? Снайпер сидит, что ли? Так, снаряжение. Так, пистолет. Огонь! Огонь, мать твою! Вау-вау-вау-вау. Еще не хватало подохнуть. Так, снаряжение. Вообще ни патрона, ничего не осталось. Стреляй!
пиздец мне. Че там народ до хера, я что-то не подрасчитал, блядь. Все, видал? Чуть не померли, правда, но ничего, нормально. Все-таки клинок может качать, действительно. А, ну сбрасывает просто сразу куда-то. Ай, пулемет этот. А что, от гранат подохли или что? Ладно. Пыхтит там лежит. О, ты что, ну? Так, все, ничего нет. От этого барахла нужно избавиться. Дорога, пыль, песок, горы, ничего. Так, секунду.
там 80 метров. Ну, поехали. Сколько эта рука стоит, кто-нибудь помнит, у Виктора? Надо съесть, купить. Так, свист заставляет врага прийти туда, где вы находитесь. Не вызывает тревогу врагов, которую вы подзываете к себе. Может быть, отправлен врагом, участвующим в бою. Не знаю, насколько надо мне. Взгляд рукам горел. Так, поеду-ка я куплю себе какую-нибудь ракетницу. Так, сейчас к Виктору съездим, секунду. Или к любому риперу можно. А тут по дороге есть? А, вот тут по дороге есть. Так, на радар смотрю. Так. Сейчас доедем. Сейчас доедем быстренько. Так. Какие-то страшные эти картины. Недавно взяли? Я помню, тут раньше стоял отвратительный хер, который был похож на мешок с гноем. Ну, мой дядя не то чтобы красавец. Зато если увидишь, точно не забудешь. Во-во. Вечно я не успею познакомиться, а уже жалею, что открыл рот. Ты думаешь, не надо говорить правду? Насчет правды не знаю, но это было невежливо. Зачем хамить, если можно промолчать? Поэтому я люблю путешествовать. Новые лица, другой язык, другие правила приличия. Ты все время развиваешься как личность. Так ты недавно в торговле? На самом деле довольно давно. У меня свой бизнес в Иркутске, Ленинграде, Вене и Глазго. Теперь вот решила попробовать и в Найт-Сити. Нифига себе, в Ленинграде. Мне стукнуло 30, и дядя передал мне свой магазин. Типа как подарок. Буду работать тут, пока не надоест. Что думаешь про наш город мечты? Как тебе тут? Очень круто. Все по-другому, по сравнению с Союзом. Тебе правда тут так нравится? Да, конечно. Вы постоянно стреляете на улицах, платите за первую помощь, за вызов скорой. Это страшно, но так интересно. Подожди. Все виды вооружений, которые здесь есть. Фига себе, базу смотрю, РПГ.
Думаю, прикупить себе новый имплант. Ну что ж, значит, ты пришел по адресу. Так, что у нас иммунная система кровеносная? Вау, 15450, здесь дороже. У того 15 было, по-моему, тысяч, нет? Это хочу. Так. Нифига себе. Увеличивает базу урона оружием ближнего боя на 15. И что так увеличит показатель выносливости? В смысле, так, иммунная система. Чего не так? Ну, что у нас? Шесть тысяч рублей. Ладно, возьму. Так. Так, наверное. Система персональной защиты, пользующаяся большим спросом, уже многие десятилетия увеличит показатель брони. Не, нам это интереснее. Так. А наш на сколько? На 20? Подожди, блин, зачем вышел? Так. На 40. А наш на 20, ну. Сейчас купим. Не, ну вот сюда, типа скелет. Но это лучше, чем... Так, операционка, что у нее есть? Блин, 7500. 43 000, вот зачем мне нужно. Короче, понятно. Так, остались мы... Ну да, я... А выйти как? А, все. Обновились. И это как нормально, по нам пауза. Естественно. Мне плевать как. Ну так найди. Вита, как нормально, я тут подумала. Слушай, насчет ночи на ферме, насчет утра тоже. Мы, когда мы попрощались, просто хочу объяснить, я же все время в пути, я не просто так бегу, а бегу от проблем. Мне страшно становится, потому что тогда они нахлынут и на меня все разом. Давай-ка. Кажется, мы с тобой справимся, знаешь, тоже жду этих проблем, чтобы решать их вместе. Ты же серьезно? Просто же мне 100 раз обещали, но все будет окей, сами видишь, что в итоге получилось. Может, в следующий раз выпьем чего-нибудь повкуснее где-нибудь на... Не на виду. С удовольствием, скорее бы. Ты из штанов не упрыгивай. Ты из штанов-то не упрыгивай. Блин, обожаю эти диалоги. Так, что у нас? Куда у нас? Все. К Джуди. Поехали, может, используем еще что. Все продали, да? Так, снаряжение.
шлема. Чуть-чуть прям как миллиметражи. Простите, 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 простите. Прости, прости. Привет, тут внизу все, значит, Пиджин и Джонс. Казалось так. Здесь тоже может так, Джуди, а это что такое, уровень посредине. До указанного места. Очень высокий тут уровень вообще, что это такое. Здесь находится, что нужно достать заказчику. Здесь можно купить новую одежду. Можно будет потом посмотреть, одежду съездить. Я бы этих нахлобучил, проверил бы это. Преступники. Где тут они? Почему я не могу отсюда поехать? Блин, опять это многоуровневая херня. Мы ждем. А, у меня теперь двойной прыжок. Ничего не страшно. Ух ты, прикольно. Даже не тратится. Вообще патрон можно не тратить. Классная штука. Терминатор так, хоп. Куда? Хорошая штука на самом деле. Так, и что нужно найти улики? Прошли.
И выполнено. Так, что у нас там задание выполнено? Не, норма вообще штука, мне нравится. Бабах и нет. Так, что там наверху можно взломать? Опа. Подключиться. Сейчас взломаем, денежки тоже заработаем. Так, мне там на этот процессор, короче, нужен сорокет, да? Добраться до квартиры Джуди. Ну, в принципе, опробовали наш новый гранатомет. То есть, вообще шикарно. Так, чё, где этот? А, незаконная предпринимательская деятельность. Судья Дред такой ходит. Чё, мне понравился уровень. Правда, низкий, но денег, да и тоже нормально. По-моему, нет. Так-с. Так, сдамся и пойдем. Так, сколько там времени? Угу. Мы здесь были уже, я помню, что хорошо. Втроем, R. Так. Ты что тут продать? Шесть тысяч у нас, Амина. Фига себе, 536 нож. Че, у меня едино? С какой-то это, блин. Катана какая-то. Слабоватое что-то очень. Так, 77. Так. Создание, улучшение. Так. Угу. Ну-ка, создание. Допустим. Катану создать. Требует способность мастер. Клинок, который может мазать косу самой смерти. 955, фига себе. И что мне не хватает? Я хочу это создать. А я какой, какая у меня способность? Какой-то пулеметик я оставлю, та нюц. Это разберем. Так, это разберем. 200. Тоже разберем. Это оставим. Это. Ну, это нам не нужно. У нас есть винтовка снайперская. Так, штурмовую оставим. Снайперскую тоже разберем. То это вообще редко. Так, а это что? 239. Так. Блин. Заблокировано. Так, улучшение.
9 только? Блин. Редкая нож, 536. Физически критический. Не, ну у меня круче по характеристикам, видишь? Так, нафиг разберем. Блин. Нафиг эти глушаки вообще-то, да, ну, в принципе, не знаю, так, а чё, тоже разберем. Так. Анализатор гранат, куда я его могу установить? Подожди. Так. Или только у риперов кибердека? Амнезия. Да, забыть обои. Ой, блин, я только что прочитал, блин, что устанавливал, не прочитал, вот моя невнимательность. Так, термический урон, поджигает органик, который наносит там большой урон. Торговых устройств подключена к локальной сети. Ну вот это не знаю, наверное, нормально. Так, что нам дали? Так, а куда я могу эти киберимпланты? А. Что, предлагаю тогда на этом закончить. Продолжим в следующей серии. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Twitter, на паблик. Ссылка на плейлист будет в описании. Также всем большое спасибо. Не забывайте про все уведомления, колокольчики. Главное, берегите себя и пока-пока.